Беренгар? Я рассказал главному, как найти Каэр Морхен. А потом я помог им в их исследованиях. Я охотился на зверя из предместья, когда они схватили меня. Я спасся и потом работал с Калькштейном, чтобы пробраться в башню на болоте. К сожалению, они нашли меня и во второй раз были уже совсем невежливы. Чтобы спасти свою шкуру, я согласился найти для них Альвина. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хотел тебе в лицо сказать, увидеть этот знаменитый ледяной блеск. Не мне тебя судить. То есть ты понимаешь? Ты не обвиняешь меня? Я не могу одобрить твой выбор, но я понимаю. То есть? Делай то, что считаешь нужным. Я не твоя нянька. Возьми это. Мы еще встретимся, белый волк.